день, дорогие подписчики, с вами канал Не Египетский. Давно не выходил на связь. Так, прошу прощения, сегодня мы рассмотрим интересный проект. Он меня удивил приятно. Я думал, никакими меня уже проектами не удивишь. Но тут мне попался на глаза, его активно развивает русскоязычное комьюнити на нашем постсоветском пространстве. Мне писали с него из Киргизии, из Узбекистана, спрашивали: Леша, что это за проект, изучи. Но также мои друзья зашли в этот проект. Ну, тянет меня вот такие в проекты, вы уж меня извините, побаловаться. То есть вход здесь, рубиновый пакет стоит 1200 трон, по нынешним деньгам это, ну, копейки. За 7560 рублей и зайти в такой проект интересный, я думаю, ну, все без проблем зайдут. Я зашел 4 дня назад, потом я приболел, но отправил ревку свою своим друзьям, они сразу без проблем: ну что это 7500, это же не пирамида, я их не зову на миллионы. Они зашли. Давайте посмотрим их PDF-ку. Я эту PDF-ку, ссылку оставлю ниже, вы ее тоже изучите. Так, потом посмотрим личный кабинет и рассмотрим инструкцию, как в него заходить. То есть проект называется Tron Thunder, ну или Tron Grom. Ну, давайте будем называть Tron Grom, как бы я английский не изучал, к сожалению. Так, Tron Grom. Основатель Жан-Пьер Радемайер. Я думал сперва вначале бог с ним, кто такой, основатель, легенда, но потом вчера я на зуме узнал, оказывается, он существует, этот парень есть, он выходит на зум, развивает его, публичный человек, и планируется зум с русскоязычным комьюнити на следующей неделе, ну до Нового года обещали, что он выйдет для нас, русскоязычных пользователей его проекта. То есть он живой, он работает, он рассказывает. Что я еще слышал про его Zoom, то что он создал этот народный проект. Почему народный? Потому что здесь кассы как таковой нету, никто с вашими деньгами не уходит, а все купленные пакеты распределяются между участниками. А мы зарабатываем за счет вывода денег, то есть кто выводит, 1% мы с их выводов. Ну, сейчас я поподробнее об этом расскажу. То есть деньгами он не убежит, и он развивает точно так же, как и все. Он правда по ревке самый первый, и его команды, и пошли. То есть он развивает как обычно, как мы все, как обычный сетевик. Вот это мне очень понравилось, в принципе, так как-то более-менее честно. Так, проект с Южной Африки. Начинали с 3 сотрудников, 50, далее, ну, возможно, правда. О проекте, так, уникальная формула. В принципе, я посмотрел токеномику. Ну, интересно, я такого еще не встречал. Мне очень понравился. Так, в чем прикол? В том, что вам система дает 40 рефералов, если вы покупаете пакет Рубин за 1200 трон, за 7560 рублей. Вам дают 40 рефералов. Это для пассивщиков это идеальный вход. То есть, как они вот этих рефералов дают? Снизу 20 и сверху 20. Если вы заходите на 400 трон, ну это сколько, на 6, на 2000 рублей, 2500, вам дают уже 12 рефералов сверху, снизу. Ну это уже ни о чем. Берите сразу пакет за 1200 трон. Так, здесь, ну, тоже вот. Сообщество помогает друг другу. То есть здесь по всему миру заходят рефералы, и они строго по вертикали идут вниз. Рандомно, кто как заходит, так и заходит. То есть у вас рефералы будут со всего мира. Одномоментно заходит в проект сотни тысяч людей, и все в одну, по одной нитке вниз идут. И вот вы тоже зайдете и попадаете в свою ячейку. Вам ниже дают 20, и выше уже 20 уже есть. Но я вам сейчас покажу это. Так, безопасность и надежность.
сомневаюсь, это не смарт-контракт, сайт вам выключит. Так, у нас в России развивается, кстати, он по VPN, по включенному, вот он у меня включенный VPN. Бесплатные токены, да, они раздают токены тем людям, кто купили пакет Рубин. Так что я и говорю, покупайте Рубин, у вас будут бесплатные токены. Они обещают залиститься на следующий год, будет бурное развитие этих токенов, ну дай бог, 50 на 50. Легко начать, в принципе согласен, прозрачность спорный вопрос. Ну вроде бы более-менее прозрачен. Мгновенные выплаты, да, простое в использовании, да. То есть это все можно сделать с телефона, с компьютера без проблем. Силы и рост криптовалют, ну это для тех, кто абсолютно не разбирается в крипте, почитайте. Так, это собственный токен, ну токен чеканить, в принципе 5 минут делов, любой человек может токен отчеканить, это в принципе ничем не удивишь, ну дай бог он стрельнет. У меня этих токенов как грязи. Так, цель проекта Гром, ну дорожная карта, 1 миллиард 3x, триллион 3x, бог с ним. И вот пакеты. Если вы покупаете за 400 трон, это на 2500 рублей, вам дают 12 уровней вверх и 12 уровней вниз. Ну это копейки, заходите все на 1200 трон, на рубин. Тогда у вас сразу будет активировано 20 уровней вверх и 20 уровней вниз, 40 рефералов. Так, распределение фонда. Как вы купите вот этот пакет рубин? Ваши деньги распределяются, 40% уходят в глобальную сетку сообщества и 60% вашим партнерам. Так, допустим, вот как единственная нисходящая линия. Как я и говорил, развивается по вертикали, ниткой вниз. Вот, допустим, вы, у вас будет наверху 20 и вниз, и идет бесконечно идет вниз. Все в одну линию и идут вниз до бесконечности. Так, награда сообщества, получается, здесь зависит полностью от партнеров, то есть здесь нет общего котла, никто с этими деньгами не уходит, деньги сразу распределяются, смысл воровать, скамиться проекту, ну, я вообще не вижу. Вы зарабатываете 1% от награды сообщества, то есть за 1% от вывода ваших рефералов. Так. Это все понятно. Здесь для тех, кто будет развивать партнерку, вы получаете 20% с прямых партнеров с первой линии. То есть вы можете приглашать бесконечное количество в свою в первую линию. И чтобы вас ловить с глубины, 7 уровней в глубину, вы должны пригласить минимум 5 человек. И тогда у вас откроется 7-уровневая глубина. Первый, второй, 5, 5, 5. Пятый, пять, вот шестой, седьмой, десять, десять. Вот это мне очень нравится. Сетевики, партнеры, я думаю, здесь будут развивать партнеров, зарабатывать очень хорошо. Вход, ну я еще раз говорю, вход просто сказка. Ну и плюс 40 рефералов на халяву. Где вы еще такое видели? В каком проекте? Так, единство, так, победа, активация. Ну вот здесь более подробно рассказывается. Подарки далее, вот за первого приглашенного вам дается подарок, это 80 трон и 80 монет ТТТ и до 20 партнеров. Так, это мы в личном кабинете, я вам все покажу. Ну и здесь пример заработка, если каждый будет дублировать ваши действия, дублицировать, то есть если вы пригласили 5, на втором уровне тоже 5, 25, те также столько же, 25 каждый. Ну и в конце можно заработать хорошие, в принципе, деньги. Если умножить на 1 трон равен 6,5 сейчас. Так, далее, VIP-ранги. Здесь уже, если вы вывели 25 трон, и у вас, то вы будете звездочка. Так, далее, если вы заработали 10 тысяч трон, 2 звездочки. Но это уже можно более подробно, дальше вы уже все увидите, изучите. И вот рубиновый клуб. Почему я говорю, заходите на 1200 трон на рубин, потому что все партнеры, достигшие рубинового статуса, будут частью специального рубинового клуба. То есть 10% от общей прибыли будет распределяться между всеми рубинами, кто входит в рубиновый клуб. И также бонус 1200 ТТТ, вот их криптовалюты. Так, далее, ну, в принципе, все. Давайте зайдем в личный кабинет, вот он. Это наш дашборд.
Что я здесь хочу сказать? Вот 724, давайте вот начнем лучше с сферы. Вот это я L0. Мне система дала вверх 20 партнеров и вниз 20 партнеров. Дальше вот это дата активации. 3x это кто на какую сумму зашел. Вот этот зашел на 1200, 1200. Вот эти гады на 400, прошу прощения. Так, сколько кто вывел? Вот этот парень вывел уже 100. Ну, слабенько, 235. Вот этот 0, он зашел на 1200, еще ни разу не выводил. Ну что, забыл логин пароль, что ли? Он выведет, я получу 1%. Вот видите, с каждого вывода я получаю 1%. Народ, как только вам накапает 100 трон, сразу выводите, чтобы составить выручку вышестоящим. Не копите деньги там до 500, до 1000 трон. Выводите, выводите, выводите. Мало ли, сайт выключит и все. И вы как бы и свое не выведете. Так, вот здесь у меня один какой-то сетевик попался. Вот у него уже 6382 трона он вывел с 14 декабря. Сегодня у меня 19 декабря. То есть, раз, два, три, четыре. Ну, с 5 дней он уже вывел 6385. Он уже окупил свой депозит в 5 раз. Ну, как такового депозита нету здесь, вы не получаете какой-то процент, как в хайпах. Вы просто покупаете пакет и получаете прибыль с вывода с ваших 40 рефералов. Так, далее, вот здесь у меня тоже один реферал такой кочевый получился, 4171, он уже заработал. Ну и вот эти все мои партнеры. Далее, если вы зовете партнеров в первую линию, вот я позвал 5 личников, они заработали 6710 трон уже, 20% я уже с этого получил, и уже один пригласил во вторую линию, то есть у меня уже получается вот 5 рефералов личных и в команде 6. У меня заработано 2635 токенов ихней компании Tron Thunder. Далее 724 трон я заработал от рефералов этих 40 за 5 дней, и 1407 трон я заработал со своих личных рефералов. Вот итого я заработал 2169, и 20 трон я заработал, это рубиновый платеж за то, что я в рубиновом клубе. О чем я и говорил, вы получаете 10% от общей кассы. Рубин действителен до Нового года, этого Нового года. Потом рубин будет, но уже в рубиновый клуб вы не попадете. Так что успевайте. Я думаю, что проект будет жить долго, причем и год, и два, возможно, и три. И вот эта касса, она будет постоянно увеличиваться, имейте в виду. Далее здесь дают вот эти подарки вот за каждого личника. У меня их 5, вот видите, 5 рефералов. Дают 80 трон и 80 ТТТ их вот этой криптовалюты. Посмотрим, как я выводил, да? То есть смотрите, каждый вывод мне накапало 198 трон, но из них 49-34 уйдут в систему. Половину уходит в систему, половину я забираю. Понимаете? Вот в чем прикол и вот в чем смысл. Давайте вот посмотрим VDRAF история. Здесь, смотрите, я выводил вот такие суммы. Вот мой Tron Link расширение, кошелек. Давайте посмотрим, сходится или нет. То есть вот, да, 267,5, 165, вот 165, 123, вот она, 258, вот. 50,5, вот, и 171, вот. То есть я уже вывел, ну, почти свой депозит, я уже свой забрал. Вот эти даты, то есть я в первый же день я вывел, представьте, вот 123, 165, 267, и вот потом во второй день 258, и в третий день. У кого как, у кого-то, кто-то свой депозит за один день забирает, кто-то, я слышал, что забирает через неделю. Также я слышал приколы, что у одного попался реферал, который уже 80 тысяч трон за 2 дня вывел. Вы представляете, в вашей сети могут попасться какой-нибудь сетевик крупный,
и вы будете с каждого вывода 1% постоянно с него зарабатывать до тех пор, пока проект существует. Так, проект, еще раз говорю, народный. Если вы будете полностью сидеть на пассиве, будет все зависеть от ваших рефералов, какие они развивают или не развивают. Мой знакомый зашел, у него слабоватые рефералы попались, честно скажу. У кого-то крупные сетевики, и они уже в день зарабатывают 50, 60, 100 долларов на пассиве. Это за счет того, что им попались крупные сетевики. То есть тут может вам повезти как лотереи. Ну и я думаю, что можно звать сюда. Сумма небольшая, народ прекрасно заходит. Так, что надо, чтобы в этом проекте участвовать в прекрасном? Я сделал эту инструкцию в Дзене. Она будет, ссылка будет прикреплена ниже. Пройдете и можете по этой инструкции зайти в этот проект. То есть обязательно скачиваем VPN. В России он без VPN не работает. VPN, кто не знает, это подмена IP-адресов. Здесь для ПК. Ну, поставьте вот расширение для Google Chrome. Всегда работайте в Google Chrome. Есть также VPN уже в Opera. Он уже встроенный. Можете в Opera работать. И тогда вот этот пункт, вы первый пункт, вы пропускаете. Дальше, второй, скачиваем кошелек для криптовалюты Tron. Обязательно, то есть я не рекомендую с Binance отправить, с биржи отправлять сюда, потому что мне кажется, что система не распознает, что именно вы отправили им, так как ваш кошелек вряд ли будет единственный на бирже. То есть скачайте специальный кошелек для Трона. Это Tron Link или Clever для телефонов. Они очень, в принципе, удобные, полезные и вам еще в жизни пригодятся. Так, пополняйте вот кошелек минимум на 1220 Tron. То есть 1200 уйдут у вас на пакет, 20 Tron плюс-минус. Сразу на 1250 лучше идут на комиссии. У Трона тоже есть комиссии. Так, дальше сама регистрация в проекте. То есть переходите по этой ссылочке и попадете вот на такую страничку, где будет номер ID, мой номер ID. Обязательно проверьте, пожалуйста. Здесь вписывайте адрес кошелька, того кошелька, который вы скачаете. Вот сюда далее, здесь электронную почту, имя латинскими буквами. Страну выбираете, Россию, ничего страшного. Придумайте пароль, все данные сохраните. Далее запишите свой user ID. То есть вход будет не по электронной почте, а по логину, паролю. По узеру каждому присваивается свой индивидуальный номер, узер ID. То есть вы его сохраните. Но также он приходит на вашу электронную почту. Здесь выбираете рубин 1200, если вы действительно хотите получать от 40 рефералов. Далее, что еще сказать. И потом придет вот такой на оплату. Вот это адрес кошелька. ТСВ, вот на него отправляете именно с того кошелька, который вы прописали вот здесь. Именно с этого кошелька отправляете сюда, чтобы система вас распознала, ваш кошелек, и добавила ваш кошелек в эту систему, прикрепила за вами его. И она поняла, что это вы оплатили. Понимаете, как это важно, а не с биржи оплачивать. Далее, вот, ну вот вход по user ID, по паспорту. Ну и все, в принципе, вы зарегистрировались, и вам система сразу начнет накидывать рефералов. То есть я думаю, что вы пол депозита, ну треть депозита вы уже в первый же день своего получите. Если возникнут вопросы, найдите меня в Telegram, Fantomas03. Что еще раз скажу, то есть это не хайп, не пирамида. Ну, можно, конечно, они могут вырубить сайт. Ну, это только начало проекта, то есть он в России появился 2 недели назад, то есть можно еще успеть заработать на этом проекте. Ну и он и будет долго существовать, она как бы позиционирует себя как народный проект. В принципе, это правильно, депозиты всего лишь максимальные 1200 трон или 7560 рублей, всего лишь. И вы можете зарабатывать, имейте в виду, вот эти выводы, они будут с каждым разом больше. И вот эти апгрейды у этих ребят будет. То есть вы с каждым разом будете зарабатывать все больше и больше. А потом через полгода у вас будет капать в день 5-6 тысяч рублей. Ну что, это лишнее, если на пассиве.
Ну, также можно звать, народ хорошо, прекрасно заходит в проект. Ну, ладненько, я что-то я затянул с обзором. Проект мне зашел, понравился. Ставьте лайки, заходите. Надеюсь, был вам очень полезен. Всего доброго, до свидания.